Сальветте, амики, с вами читающая Катерина, и сегодня я отвечаю на 25 вопросов тега «Легко ли быть буктюбером?». Спасибо большое Людмиле Личи за то, что она запустила этот тег. Как обычно, отвечать всегда безумно интересно, и очень интересно смотреть, что отвечают коллеги. Если вы еще не ответили на вопросы этого тега, то обязательно присоединяйтесь, я с удовольствием смотрю ролики других буктюберов. Я не уверена, что у меня получится быстро, потому что вы знаете, что я очень люблю поговорить на тему буктюба, но я попробую. Первый вопрос. Сколько видео выходит в месяц на твоем канале? Есть ли у тебя график? У меня есть график, я всегда выпускаю видео в субботу утром. Иногда, если я хочу выпустить два ролика, второй ролик обычно выходит во вторник, либо утром, либо во время обеда. У меня чаще всего нет времени делать два ролика в неделю, поэтому в среднем в течение месяца выходит столько видео, сколько суббот в этом месяце, 4 или 5. Сценарий или экспромт? Сценарий. Мне не нравится, как получается, когда я говорю без подготовки. Мне всегда хочется, чтобы информация в ролике была максимально концентрированная, без вот этих протяжных раздумываний и формулировок мыслей. Мне это очень сильно не нравится, поэтому да, у экспромта есть свои плюсы, но я хочу, чтобы мои ролики были выверенные, лаконичные и четкие. Поэтому сценарий, обязательно сценарий. Исключение — это покупки и некоторые разговорные видео. Даже вот к этому тегу я на какие-то вопросы заранее продумала ответ и записала себе. А на какие-то вопросы отвечаю экспромтом. Третий вопрос. Следишь ли ты за аналитикой? Просмотры, удержание аудитории и так далее. Да. Я обожаю статистику. Чем больше статистики, чем больше аналитики, тем лучше. Я обожаю. Опять же, статистика при ведении канала – это возможность посмотреть на то, что нравится аудитории. Большинство аудитории не пишет комментариев, и поэтому я не знаю, что это за люди, почему они меня смотрят, зачем. Вообще, они здесь. Что они хотят от меня получить? И статистика — это то, что позволяет мне увидеть настроение и предпочтения большинства. Опять же, я могу видеть, люди какого возраста меня смотрят, какие ролики больше их интересуют, какие меньше интересуют, какие ролики больше смотрит моя аудитория, какие ролики больше смотрят люди, которые на меня не подписаны. Я обожаю статистику и всегда очень внимательно ее изучаю. Сколько времени ты тратишь на запись видео, на монтаж? Если вы видите ролик длиной в 25 минут, то, скорее всего, на его съемку я потратила времени в два раза больше, то есть 50 минут. Если вы видите часовое прочитанное, то, скорее всего, перед камерой я сидела 2 часа, если не больше. Это время не включает в себя подготовку к снятию ролика, это написание сценария, если видео сложное, потому что если мне нужно написать сценарий на прочитанное, то у меня уходит от 1,5 до 2 часов на написание, как бы, всего, что нужно по поводу одной книги. То есть, если 3 книги в ролике, то это до 6 часов может занимать. Вот в эти 2 часа съемки прочитанного не входит также подготовка к съемке ролика, то есть все эти сесть, настроить, накраситься, еще что-то. Далее, что касается монтажа, это зависит, очень зависит от длины ролика, и если ролик простой, вроде разговорного, и он в итоге получается не больше там 25 минут, то я могу потратить 1,5-2 часа. Если ролик большой, то до 4-5 часов у меня может занимать все время, которое я сижу в монтажной. Кроме того, есть постпродакшн, когда нужно полностью подготовить ролик к публикации, название, описание, все ссылки проставить, нужно сделать обложку для ролика, нужно вставить вот эти финальные заставки, нужно, если на протяжении видео я говорю «посмотрите вот сюда», или с другой стороны. В общем, нужно вставить вот эти подсказки. И очень много времени иногда уходит именно на оформление ролика уже на YouTube. Я уже не говорю про то время, которое требуется YouTube для того, чтобы он ролик загрузил, обработал его во всех видах качества и так далее. Это еще может занимать 1,5-2 часа. В общем, чем больше видео и чем оно сложнее, тем больше времени я на него трачу. Иногда это выходит за границы разумного, но мне нравится то, что я делаю, поэтому мне не жалко, по крайней мере, сейчас столько времени. 5-й вопрос. Сколько книг ты читаешь в месяц? Сегодня 22 января. Кстати, можете меня поздравить, я закрыла сессию. Я умница большая. И 22 января я прочитала 3 книги за январь. 3 книги. 3. Вот. Обычно мое число колеблется где-то между 5 и 8. Если я прочитала меньше или прочитала больше, то это что-то совсем экстраординарное, и такое случается нечасто. От 5 до 8, примерно так. 6-й вопрос. Сколько страниц ты читаешь в день? У меня очень большие проблемы с концентрацией, и я редко могу прочесть прям много за раз залпом. Вчера я готовилась к сдаче зачета сегодняшнего, и там нужно было читать литературу. Что-то я читала в предыдущие дни, но вчера нужно было сесть и прям массированно много читать. Я начала ломаться, когда счет перевалил за 250 страниц в день. Вот после этой отметки все, у меня как будто бы отключало, у меня мозг отказывался читать и воспринимать печатный текст.
Поэтому, мне кажется, для меня оптимальное количество страниц в день это 100-150, дальше уже все. Но у меня редко получается читать именно столько, потому что, да, проблемы с концентрацией. Седьмой вопрос. Расстраивают ли тебя плохие комментарии? А если никто не комментирует? Плохие комментарии даже полгода назад расстраивали меня гораздо больше, чем сейчас. Сейчас, впрочем, их приходит меньше, чем это было полгода назад, но я не знаю, что случилось с хейтерами. Видимо, они ставят дизлойсы на каждый ролик и в остальном решаю себя не утруждать писать гадкие комментарии. В любом случае, сейчас я отношусь к этому гораздо спокойнее, чем это было раньше, и я рада, что эта трансформация произошла. Когда ты начинаешь что-то делать, и у тебя мало опыта, любая вот такая вот критика, причем часто действительно неадекватная, она воспринимается очень болезненно. И мнение вот этого одного человека, который написал гадость, оно как будто бы перекрывает мнение всех других людей, которым понравилось и для которых этот опыт просмотра видео был по каким-то причинам важен. Я в какой-то момент начала говорить самой себе, типа, почему один неприятный комментарий, он не всегда гадкий, он может быть просто неприятным мне как человеку. Может быть, комментатор не имел ничего прям плохого в виду, не хотел меня обидеть, ну просто захотел высказать свое мнение именно таким вот образом, а мне может быть обидно. Ну, это коммуникация между людьми, она всегда может включать момент недопонимания и каких-то не очень хороших коммуникационных задач, но, в общем, что какой-то из сторон может быть неприятно. Это естественно. Я стала говорить себе, почему один неприятный комментарий должен перечеркнуть весь позитив и все то хорошее, что ты получаешь от ведения блога и от общения с другими зрителями. Почему? Мы не можем не расстраиваться, если происходит что-то неприятное, потому что мы не контролируем наши эмоции. Я стремлюсь к тому, чтобы эти эмоции не затмевали мне рациональное мышление и не повергали меня в пучину отчаяния, потому что бывало такое, что из-за одного неприятного комментария я на протяжении всего дня могла ходить как в воду опущенная и расстраиваться. Мне очень не нравится, когда так происходит, и сейчас я сознательно прорабатываю вот эти негативные эмоции, которые у меня могут возникать по поводу каких бы ни было комментариев, потому что, ну, это жизнь такая. То есть с разными людьми у нас по-разному устраивается коммуникация. Это нормально, что кто-то чего-то не понимает. Это нормально, что в интернет человек приходит для того, чтобы, не знаю, спустить какой-то негатив, который у него есть. Это нормально, что человек не разделяет мою точку зрения. Ненормально только то, что иногда люди не умеют выражать свою позицию так, чтобы это было не оскорбительно и не обидно. Но тут уж что поделаешь, такова жизнь. Поэтому комментарии меня расстраивают, но я работаю сознательно над тем, чтобы не делать из этого какую-то большую трагедию. И я очень большой путь прошла на протяжении вот этого года, ну, прошедшего, 2020-го. И я очень рада тому, что у меня восприятие немножко изменилось и стало более спокойным. А если никто не комментирует, это тоже обидно, но это не так обидно, как неприятные комментарии. Мой опыт показывает, что если в ролике есть конкретный вопрос, конкретное обращение к аудитории, конкретное предложение чем-то поделиться, то комментарии будут. Соответственно, если нет такого запроса, нет предложения высказаться на какую-то тему или ответить на какой-то вопрос, то комментариев будет меньше. Поэтому, если комментариев нет, то я прекрасно понимаю, что можно сделать иначе для того, чтобы изменить эту ситуацию. Вот и все. Сколько человек ты банишь в месяц? Если посмотреть на количество людей, которых я забанила за все время ведения канала, и посмотреть на все время ведения канала, то получится, что я баню примерно по 2 человека в полгода. И я надеюсь, что это не изменится. Девятый вопрос. Сколько книг в год ты не дочитываешь? Бросаешь? Все книги, которые я беру читать, они появляются в моих руках не случайно. Поэтому я всегда очень хорошо представляю, что за книга передо мной и какое место она будет занимать в моем читательском опыте, как она будет связана с другими книгами, которые я прочитала или собираюсь прочитать. Иногда книга меня удивляет, потому что она оказывается не тем, что я ожидала, но в любом случае я представляю, что это за книга, зачем я ее читаю, какая у меня цель, насколько мне эта тема интересна или неинтересна. При таком подходе довольно сложно столкнуться с такой книгой, которая категорически не зайдет и которую захочется бросить. Большинство книг, которые я читаю, это попадание в яблочко, это то, что мне не хочется бросать. В прошлом году я не дочитала книги 4 или 5, но не потому, что они мне категорически не понравились, просто они не подошли к моему эмоциональному и интеллектуальному состоянию в те моменты, когда я брала их читать. Я надеюсь, что я смогу их закончить в дальнейшем. То есть это не бросить книгу, а отложить ее, чтобы вернуться позже. Следующий вопрос. Какой жанр преобладает в твоем прочитанном? А здесь нужно сказать жанр, слэш, направление, слэш, не знаю, вид, тип литературы и так далее. У нас сейчас расплываются вот эти традиционные способы классификации литературы. В любом случае, чаще всего, мне кажется, я говорю про гуманитарный нонфикшн. На втором месте, наверное, это современная зарубежная проза. 11-й вопрос. На сколько процентов ты выполняешь свои годовые, сезонные, ежемесячные планы? Я их не строю. Вот и все.
12-й вопрос. Чем ты снимаешь? Я снимаю на беззеркальную камеру Canon EOS M50. Это было просто лучшее вложение, которое я могла сделать. Мне безумно эта камера нравится. И она стоит гораздо меньше, чем зеркальные фотоаппараты. 13-й вопрос. В какой программе ты монтируешь? Когда я выбирала программу для монтажа уже для ведения книжного канала, я понимала, что мой ноут потянет далеко не все. Ноутбук, который 8 лет назад тянул Vegas Pro, очевидно, сейчас уже не готов справляться с весом программ, и он не обладает теми требованиями, которые есть у этих программ для того, чтобы они достаточно быстро работали. Я очень хорошо понимала, что если я буду очень много монтировать на очень тяжелой программе, то ноут у меня очень быстро сгорит. Я очень рада, что этого не произошло, и что мне удалось заменить ноутбук раньше. Поэтому изначально у меня было одно вот такое ограничение, что программа не должна быть очень тяжелой. Кроме того, я с самого начала понимала, что мне хочется вести блог таким образом, чтобы я могла его монетизировать. И в этом плане работа на пиратском программном обеспечении — это то, что мне казалось совершенно неправильным. Я сразу отмела Vegas Pro, я сразу отмела Adobe Premiere, я сразу отмела Final Cut, потому что это дорогие программы, которые весят очень много, и моя техника не была готова это потянуть. Выходом из этой ситуации стала покупка программы Mavavi. Мне нравится, что это не подписка, а ты просто покупаешь себе программу навсегда. С тех пор я ее обновила несколько раз, то есть как бы покупала новую версию программы. Меня все устраивает. Там гораздо меньше прибамбасов и фичей, чем в Vegas Pro, в котором я монтировала ролики, когда снимала на феничную тематику. Mavavi гораздо проще, в нем легче ориентироваться, и за 2 года, пока я ее пользуюсь, они очень сильно прокачали удобство работы с программой, больше горячих клавиш стало. И вот второй вариант, которым я пользуюсь сейчас, он для меня идеальный. Вот совершенно идеальный. Так как я пользовалась Вегасом, мне есть чем сравнивать, и вот сейчас те цели, которые у меня есть по монтажу, я могу совершенно спокойно и с удовольствием и с легкостью реализовывать в Mavavi. 14-й вопрос. Отписываются ли от тебя подписчики? Сколько примерно в месяц? В декабре на меня подписалось 362 человека, отписалось 83. В январе, ну, за прошедшее время, на меня подписалось 325 человек, отписалось 67. В обзоре аналитики, которую сразу видно, когда заходишь в творческую студию YouTube, ты видишь там новые подписчики плюс столько-то. Это число представляет собой разницу между количеством людей, которые подписались, и теми, кто отписались за прошедшее время. Соответственно, то число, которое остается, это то, что показывает YouTube. Когда ты заглядываешь в более детальную аналитику, можно поразиться тому, как много людей реально от тебя отписываются. Пока YouTube не пихает мне это прям под нос в аналитике, я абсолютно довольна и меня все устраивает. Потому что подписаться, отписаться — это выбор каждого подписчика, и это такое неотъемлемое право, на которое я не имею права обижаться. Я сама на кого-то подписываюсь, потом я устаю видеть количество новых роликов от человека в своем фиде подписок, и я отписываюсь, потом возвращаюсь и так далее. А я не знаю, насколько это влияет на аналитику Ютуба, как он относится к таким подписунам и отписунам, но я отношусь к этому совершенно нормально, это естественно. Когда-то мы готовы потреблять большое количество контента, когда-то мы устаем от определенных блогеров, когда-то нам, наоборот, хочется вернуться к тем, кого мы смотрели некоторое время назад. Это абсолютно нормально и абсолютно естественно, поэтому я вполне лояльно отношусь к тем, кто отписывается. 15-й вопрос. Твоя любимая рубрика на канале? Прочитанная. Причем вот такое хорошее, доскональное, с глубоким погружением и обязательно с книгами, которые мне понравились. Когда я работаю над сценарием о книгах, которые мне прям вот очень сильно понравились и мне есть чем поделиться по поводу них, когда я снимаю эти ролики, это очень тяжело, это очень выматывает. 2 часа, это я никому не пожелаю, это очень сложно. Но мне каждый раз так нравится, то есть ощущение после того, как вся работа закончена, это что-то непередаваемое. Ни от одной рубрики на канале я не получаю такого удовлетворения, как от прочитанного. Но на прочитанное я трачу реально очень много времени. Следующий вопрос. Нелюбимая рубрика на канале. У меня нет нелюбимых рубрик, потому что, ну, если она нелюбимая, то зачем ее делать? Но у меня есть несколько форматов, в которых мне сложно снимать, по разным причинам. Причем сложно не физически, а именно эмоционально, то есть мое настроение и мое психологическое состояние после того, как я либо сняла, либо выложила, либо смонтировала, не после всех роликов оно позитивное и вдохновленное и довольное. После некоторых роликов у меня бывает ощущение полной выжатости, и мне волнительно и тревожно, и мне не нравится, что ролик получился таким, каким он получился. В общем, есть 2 типа таких роликов. Первое — это покупки.
Когда я готовлюсь снимать покупки, у меня ощущение вау, у меня столько много книг, мне так хочется ими поделиться, они такие классные. У меня библиотека пополнилась книгами, которые мне кажутся прям вот очень стоящими, очень ценными. Плюс это еще ощущение новизны, то есть покупки появились недавно, это новые книги, с которыми я еще не работала и никак не вписывала, даже, может быть, не ставила на полках, на те полки, на которые они обычно должны идти. В общем, это всегда драйв, это вот такое предвкушение, что вот сейчас я покажу классные новинки. Но во время съемки я безумно устаю. Сложность покупок в том, что это новые книги. То есть ты про них еще очень мало знаешь. Можно прочитать аннотацию, но если вы пытались рассказать про книгу, просто прочитав аннотацию, то вы поймете, о чем я сейчас буду говорить. Это сложно. То есть аннотация составляет впечатление, но впечатление чаще всего недостаточно для того, чтобы рассказать про книгу как-то более-менее адекватно. Поэтому для хорошего рассказа о книге нужно что-то прочитать либо про автора, либо заглянуть во введение и постараться вообще осмыслить, а что здесь происходит, либо вспомнить все источники, из которых ты ранее слышал про эту книгу, и на основании которых можешь что-то рассказать более подробно, чтобы заинтересовать зрителя. Так что в целом покупки — это непростой формат, он именно выматывающий. Если в начале съемки ролика я обычно такая, ух, очень-очень довольная, счастливая и предвкушающая, то когда я заканчиваю съемку, которая обычно идет очень долго, потому что у меня, блин, покупки огромные, потому что я снимаю их раз в 2-3 месяца, у меня какое-то количество книг накапливается, и даже про 10-15 книг рассказать вот так, как я пытаюсь это делать, это тяжело. Я очень сильно устаю, у меня к концу ролика сильно проседает настроение. При этом покупки — это очень хороший формат, который хорошо работает на статистику Ютуба, и я считаю, что их нужно делать. Поэтому отказываться от этого формата я не буду, но вот он для меня такой выматывающий и тяжелый, и удовольствие постфактум гораздо меньше, чем после прочитанного. Еще одна, если не рубрика, то вот тип роликов, от которого я устаю и с которым мне психологически тяжелее, чем с другими, это рассказ о прочитанных книгах, которые мне не понравились. Я прекрасно понимаю, что на каждую книгу найдется свой читатель. И даже если я какую-то книгу обругала, то не факт, что не найдутся люди, которым эта же книга понравится. Это абсолютно естественно. Но мне очень не нравится то, как звучат некомплиментарные отзывы в статике. Что я имею в виду под этим? Когда вы общаетесь с человеком вживую, вы находитесь в постоянном взаимодействии, в постоянной коммуникации, вы не просто говорите друг с другом, вы лучше отслеживаете эмоциональную реакцию человека. Если он не очень понимает вашу точку зрения, вы можете какие-то вещи пояснить, дополнить. По его реакции вы можете понять, согласен он с вами или не согласен. И когда я снимаю ролики, мне очень сильно не хватает вот этой вот живости. На прямой трансляции то же самое было. Когда ты не видишь собеседника, ты не очень понимаешь, с кем ты общаешься. Ты не очень понимаешь, какие моменты нужно осветить более подробно, что нужно пояснить, потому что ты не видишь людей, с которыми ты говоришь, к которым ты обращаешься. И с некомплементарными обзорами та же проблема. Во время рассказа о книге, которая мне не понравилась, я не всегда могу понять и оценить, насколько я аргументированно говорю о своих впечатлениях, насколько я понятно отражаю то, что мне в этой книге не понравилось. И здесь гораздо больше пространства для недопонимания, так как я не вижу реакции зрителей, я не могу предугадать, какие вещи мне нужно более подробно пояснить для того, чтобы моя мысль была полностью понятна. Это к вопросу о негативных комментариях. Я боюсь ранить чьи-то чувства. Я боюсь, что мои слова прозвучат так, что это сильно заденет зрителя, которому книга понравилась. И это провоцирует болезненную реакцию, какой-то неприятный комментарий, который еще оскорбителен для меня при этом будет. Мне не хочется никого обижать, мне не хочется никого оскорблять. При этом я очень хорошо понимаю, что негативные отзывы о книгах, которые мне или кому-то еще понравились, это очень болезненно. Про это можно совершенно отдельно говорить, но это те эмоции, с которыми мы должны учиться справляться. Но, с другой стороны, очень важно, чтобы человек, который рассказывает про книгу, делал это уважительно, без переходов на личности автора, без обобщений, что все, кому эта книга понравилась, на самом деле ничего не понимают и так далее, и так далее. То есть тут нужно уважение с обеих сторон, то есть и со стороны рецензента, и со стороны человека, который смотрит обзор и потом пишет комментарий. Когда я говорю про книги, которые мне не понравились, я очень хорошо осознаю, что меня могут не понять, могут не захотеть встать на мою позицию и просто уважить мнение, которое у меня есть. Это для меня является таким эмоциональным, психологическим бременем, которое заставляет меня немножко больше беспокоиться, немножко больше страдать по поводу подготовки ролика, его выпуска и так далее, и так далее. Но я бы не сказала, что это прям нелюбимая моя рубрика. Мне хочется быть честной.
перед собой и перед вами. Я хочу говорить про те книги, которые мне понравились, что они мне понравились. А про те книги, которые мне не понравились, я хочу говорить, что они мне не понравились. Но мои тараканы — это мои тараканы, мы движемся дальше. 17-й вопрос. Ты рассказываешь обо всех прочитанных книгах или только о самых лучших и худших? Я не рассказываю на канале о книгах, которые я читаю, чаще всего слушаю в аудиоформате для отдыха. Я перед сном часто слушаю аудиокниги, мне нужно какое-то время, когда я готовлюсь ко сну, чтобы у меня в мозгу не плескались мои собственные мысли. Мне нужно чем-то занять мозг, и какая-то легкая аудиокнига, несложная совершенно, там, не знаю, что-нибудь романтическое или ромфант, вот, простое, с несложным сюжетом, с яркими эмоциями. Это вот то, что мне нужно для того, чтобы подготовиться ко сну. И я такой литературы слушаю не то чтобы гипер много, но в течение года может набраться книжек 10. Я не хочу рассказывать об этом на канале, потому что, во-первых, я читаю это не гипер внимательно, слушаю. Ну, иногда читаю, кстати. Не гипер внимательно, мне чаще всего просто нечего сказать, кроме того, что это, ну, для меня это жвачка для мозгов. Я не вчитываюсь, не вдумываюсь, не слежу за трендами, не стараюсь читать там лучшие представители этих жанров и так далее, и так далее. Нет, вообще нет. Я читаю это утилитарно для того, чтобы готовиться ко сну. В принципе, про любую книгу можно интересно рассказать. Другой вопрос, что для меня при ведении канала приоритетнее говорить все-таки не про вот эту жвачку, мою жвачку, которую я жую, а про другие книги, которые мне кажутся гораздо более захватывающими и интересными. Опять же, про ромфант, например, рассказывает хорошо Маша Покусаева, поэтому я просто не лезу в ее вотчину. 18-й вопрос. Проводишь ли ты трансляции? Как часто? Я провела одну трансляцию. Спасибо всем, кто был заинтересован, кто пришел, послушал, потом слушал в записи. Я очень рада, что тема была интересная. Я дико перенервничала. Вы просто не представляете. Я сидела как кроличек и дрожала просто всем телом. Мне почему-то очень волнительно до сих пор сидеть перед камерой, говорить что-то вот в таком вот виде. Ну, я скажу, что при сдаче экзаменов в Zoom я тоже сидела и дрожала как кролик, точно так же, как во время трансляции. Но несмотря на сложности и особенности формата трансляций, мне безумно понравилось. И я даже придумала еще одну тему, на которую мне хотелось бы поговорить именно в таком формате. Так что через некоторое время проведу еще один эфир. 19-й вопрос. Разбавляешь ли ты книжный контент чем-то другим? Другое хобби, личная жизнь, интересы? Моя учеба... Вот, историческое образование — это часть, я не хочу говорить бренда, это часть моего позиционирования. То есть изначально я делала канал, как BookTube-канал, который ведет человек, который учится на историческом факультете. И так как до сих пор у вас, у моих зрителей, есть какой-то интерес и запрос на то, чтобы я рассказывала чуть больше про учебу, про особенности, про мой опыт обучения и так далее, собственно, я это и делаю. Но, с другой стороны, учеба — это такая органическая часть моего читательского опыта, в том числе и чтение, и учеба — это так тесно связано в моей жизни, что разделить их я не могу, поэтому вести канал про книги и не говорить про учебу, для меня это что-то совершенно невозможное. Книги и учеба составляют огромную часть моей жизни, и я просто трачу больше всего времени именно на них. У меня есть другие интересы, включая кофе, вопросы экологии, осознанности, сериалы чуть-чуть поменьше, чем книги, но тем не менее это все есть. Но у меня нет желания делиться моими мыслями и размышлениями на эти темы, а вот про книги, про историю, про это мне хочется делиться. Про это я много думаю, и у меня есть что рассказать, поэтому преимущественно канал об этом, и в ближайшее время тоже будет только об этом. В меньшей степени про меня как человека вообще, в большей степени про меня как читателя и как студента, который получает гуманитарное образование. 20-й вопрос. Общаешься ли ты с подписчиками вне канала? Я всегда очень рада слышать весточки от своих зрителей, не только в комментариях под роликами на Ютубе, но и в Инстаграме, на Лайвлибе, куда угодно вы можете мне писать. А мне кажется, что общение за пределами Ютуба, за пределами комментария, во-первых, оно более приватное, во-вторых, это место менее формализованное, что ли, то есть, как бы, не знаю, комментарии под видео — это все равно определенный жанр письма, жанр составления послания, вот, а личное сообщение, оно сильно отличается. Я с удовольствием читаю и комментарии под роликами, и то, что вы мне пишете, какими мыслями вы делитесь. Я очень люблю свою аудиторию, очень люблю читать все, что вы мне пишете, и мне без разницы, где вы это делаете, в комментариях или по другим каналам. В общем, пишите. Главное, пишите. 21-й вопрос. Есть ли на BookTube блогер, который тебя вдохновляет? В плане подачи материала и вообще компетентности — Армен и Федор. Это такая недосягаемая высота, что остается просто сидеть и испытывать вот это сложное чувство сплетения зависти и восхищения.
Но Армен, он один в своем роде. Один такой. Мне кажется, таких больше нет и, возможно, не будет. Даже если ты не можешь подняться на уровень маэстро, мне кажется, можно вдохновляться и стремиться самому стать лучше. Но Армен — это что-то недосягаемое совершенно. Что касается остального, здесь мне нужно, наверное, остановиться на том, как я вообще потребляю контент на BookTube, потому что я мало смотрю YouTube. Реально, я очень мало смотрю YouTube. И от всего, что я вообще смотрю на YouTube, где-то 75% — это именно BookTube. Остальные проценты — это всякие музыкальные ролики. У буктюберов я в основном смотрю разговорные ролики, то есть это про личное, ответы на вопросы, канальные дела. А кроме того, я смотрю прочитанные, если там есть наши общие книги. Иногда я специально ищу отзывы других буктюберов на те книги, которые я прочитала, просто для того, чтобы немножко сравнить свои впечатления и посмотреть, как вообще про эту книгу отзываются. Такой выборочный подход связан с тем, что у меня нет физической возможности смотреть все, я слежу за очень большим количеством каналов, мне важно находиться в курсе тенденций и того, что снимают самые разные люди, и я не могу позволить себе выбрать там одного блогера и смотреть только его. Во-первых, у меня ни с кем не совпадают настолько вкусы, чтобы я могла смотреть все ролики и получать от всех роликов одинаковое ощущение вдохновения, одинаковое ощущение, ой, как много классных книг я для себя открыла и так далее. То есть тут у меня есть определенные сложности именно как у зрителя. У меня в подписках где-то 45 или 46 BookTube каналов, и я знаю, что я получу, когда буду открывать ролик того или иного блогера. И я выбираю под настроение. То есть, если у меня есть желание послушать одно и получить одну подачу, и как-то прочувствовать одни эмоции, я иду к одному блогеру. Если я хочу чего-то другого, то я выбираю другого блогера. И поэтому меня могут вдохновлять самые разные люди. Все зависит от моего собственного состояния. От кого-то я получу вдохновение из-за энергетики, от кого-то из-за влюбленности в прочитанный текст. У кого-то из-за красивой картинки, из-за красивого монтажа. У кого-то из-за сочетания картинки, музыки и вообще общей атмосферы, которая создана в видео. Мне не хочется в этом пункте говорить еще какие-то имена, кроме Армена и Федора, потому что я боюсь, что вот сейчас у меня есть ощущение, что вот этот блогер меня вдохновляет, а на следующий день может оказаться, что это на самом деле не так. И я сама во время монтажа или во время пересмотра, если придется пересматривать этот ролик, буду думать, блин, как стыдно, что я это сказала, потому что сейчас я вообще-то так уже не думаю. Поэтому, если вам интересно, я к выходу ролика открою свои подписки на канале, и вы сможете просто посмотреть, на кого я подписана. Далее, 22-й вопрос. Общаешься ли ты с другими блогерами вне BookTube? За некоторыми блогерами, с которыми мы знакомы, не в том смысле, что я пришла и написала комментарии им под роликом, а что мы как-то, ну, смотрим друг друга и время от времени пишем друг другу комментарии, и как-то вот именно что знакомы, что это не в одну сторону, а именно взаимное знакомство получилось, вот за ними я слежу в Инстаграме. Но вообще я не тот человек, который много сидит в социальных сетях, я не тот человек, который любит общаться в социальных сетях, мне гораздо больше нравится общаться лично, голосом, и я прям очень сознательно иду на это. И поэтому у меня как не сложилось ни с кем общения такого прям активного или регулярного. 23-й вопрос. Книжный блогер, с которыми у тебя совершенно не совпадают вкусы, но ты его все равно смотришь. Маша Пшеничная, Аня Букспейс. Это если говорить про блогеров, с которыми у меня действительно очень далекие вкусы, и которых я смотрю чаще, чем остальных. Книжный блогер, вкусы, с которыми у тебя максимально близки. Для меня это проблема. И в какой-то момент это стало причиной, почему я завела канал. На BookTube нет людей, с которыми у меня были бы более-менее близкие вкусы. Есть пересечение процентов на 25-30, но на этом все. И это большая проблема, что я у многих блогеров просто не могу ни в прочитанном, ни в покупках найти что-то, что меня саму заинтересует. Если постараться все-таки кого-то выбрать, то, наверное, в художественной литературе у меня похожий вкус с Татьяной Буковски, может быть, с Машей Терешкиной. В плане нонфикшена, наверное, мы чуть-чуть ближе с Полиной Парс, немного с Катей Лимонкой и вот чуть-чуть совсем с Катей из Tuttle Girls. Но у нас вообще на BookTube достаточно мало говорят про нонфикшен, так что... И 25-й вопрос. Дошла до конца. Это был не блиц, вовсе не блиц. На кого из буктюберов ты подписалась в 2020 году? Их было дофига. Почти все 40 человек, которые появились у меня в подписках, они появились в 2020 году. И поэтому я в ответе на этот вопрос буду говорить только про осень и зиму.
Вот, потому что я много смотрела новых блогеров весной и много подписывалась летом. Собственно, про два блога я рассказывала в предыдущем ролике. Это Маша Терешкина и Ксюша Нидмобукс. Еще я подписалась на Марго, Марго in Red, благодаря Алине с канала «Читать нельзя сжигать» и благодаря Маше с канала «Книжный дом», потому что они вместе дружат, и в какой-то момент Марго попала в мое информационное поле, я подписалась. Еще я подписалась на Таню Raised Eye. Это буктюбер-писатель. Вот у нее я вышла через Дашу Angry Books и Олесю Совушка читает. Но я та редиска, которая смотрит, ставит лайки, но практически не комментирует. Простите меня, пожалуйста, я знаю, что это нужно делать, но я редиска. Это были 25 вопросов тега «Легко ли быть буктюбером?». Спасибо еще раз Людмиле Ильич за то, что этот классный тег появился. Не знаю, что больше я люблю на буктюбе говорить про прочитанные книги или отвечать на вопросы про ведение канала. Не знаю, я обожаю и то, и другое. Напишите в комментариях, любите ли вы смотреть ролики от буктюберов, где они рассказывают про бэкстейджи, про то, как они ведут канал, какие есть сложности или что им, наоборот, очень нравится. Я вот лично обожаю такие ролики, и мне интересно послушать, насколько это актуально и интересно для зрителя, у которого нет собственного буктюб-канала. Спасибо, что были сегодня со мной. С вами была, как всегда, читающая Катарина. На этом канале мы разговариваем про книги, историю чтения. До скорейших встреч. Валета Амики.